Уже в четвертый раз в Даугавпилсской крепости отгремел международный фестиваль исторической реконструкции «Динабург-1812». В этом году он растянулся на 3 дня и начался еще в пятницу, 13 июля, балом в стиле ампир. Участники танцевальной студии Елены Пастернак показали собравшимся зрителям традиционные бальные танцы той эпохи, а актеры театра «Искатель» читали стихи Лермонтова, Давыдова, Фета, что сделало действо еще более атмосферным и стало хорошим зачином главным событием мероприятия. Второй день фестиваля, 14 июля, в Даугавпилсской крепости начался с общего построения коллективов клубов исторических реконструкций и поднятия флага крепости, после чего комендант отдал приказ об открытии Николаевских ворот, тем самым официально открыв мероприятие. Традиционный уже парад участников прошел по маршруту от Александровских ворот до площади перед художественным центром имени Марка Ротко. В нем приняли участие клубы из Литвы, Беларуси, России, Польши, Германии, Латвии. Отметим, что многие приезжают на фестиваль уже не в первый раз. Привлекает атмосфера крепости, которая позволяет прочувствовать эпоху того времени, делает фестиваль неповторимым и долгожданным. Были 2 года назад. Да, вот 2 года назад. Приняли здесь очень хорошо, это когда начиналось тут все это движение. Очень впечатлены этим всем вот ансамблем, этим сооружениями, архитектурой. Очень нам нравится. Крепость, она такое вдохновляет. Все-таки вот эти старые стены как бы радуют глаз. Вот, и еще хочется приехать. Здесь все дышит историей. Здесь вот эти старые стены, старые здания. Вон тем, мы посмотрели. Мы первый раз приехали, нам очень понравилось. Если вот это все у вас отреставрируют, привести в порядок, это у вас будет просто живой уголок истории. Будет очень интересно и красиво. На торжественном построении к собравшимся обратился заместитель председателя Даугавпилсской думы Янис Дукшинский. Он пожелал всем участникам, чтобы порох был сухим, а фестиваль выдался интересным и запоминающимся. В крепости проходят различные мероприятия, концерты, культурные, художественные различные мероприятия, но фестиваль военной реконструкции – это то мероприятие, которое именно связано с крепостью, с историей крепости, реальными событиями в крепости. Поэтому оно важно и для города Даугавпилс. И так как фестиваль последние годы стал уже массовый, да, многие тысячи посещают не только города Даугавпилс, конечно, приезжают из других стран, и сами реконструкторы показывают очень интересные мероприятия. И фестиваль длится не один день, а несколько дней, поэтому, конечно, это наплыв туризма. Это для города очень важно и хорошо. Хотя фестиваль и традиционный, организаторы каждый год стараются привнести новшества в это грандиозное мероприятие. Конечно, новинки есть. Может быть, о всех рассказать и не получится, но вы только что присутствовали на историческом открытии ворот. Я думаю, это было проведено так, как это было в свое время, в 1812 году. Я думаю, всем это понравилось. Также мы слышали, что некий офицер, которого честь будет затронута, после обеда назначил дуэль. Хочется отметить, что дуэли в то время были запрещены, но защитить иначе, как офицерскую честь, офицеры не видели возможности. Он готов быть на гауфвахте, после того он будет арестован. Дуэль между гражданским лицом и офицером крепости стала настоящей изюминкой фестиваля. Зрители, собравшиеся на мосту у Николаевских ворот, могли наблюдать за тем, как из-за оброненного дамой платка начался конфликт, закончившийся дуэлью в крепостном рву. Сама реконструкция повторила события 1812 года, когда еще на недостроенную Динабургскую крепость без всякой санкции императора Наполеона напали французские войска. Как всегда было зрелищно, дымно и шумно. Вопреки погоде народу на валах собралось много, а периодический дождь не помешал ни реконструкторам, ни зрителям. На этом главный день фестиваля не закончился, была еще масса интересных мероприятий. Особо запомнили зрителям показ исторической моды, организованный общественной организацией «Сундук воспоминаний». Энтузиасты показали женские и мужские костюмы разных эпох, представляющих, как одевались военные и гражданские обитатели крепости в разные периоды ее существования. Закончился основной день фестиваля выступлением белорусской фэнтези-фолк-группы «Ирдорах». Сюжет подготовлен специалистами отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской думы.